саженцы актинидии и Клара Цеткин привлекают внимание садоводов крупными плодами и неприхотливостью данного сорта. Ягоды образуют крупные, продолговатые, зеленые окраски со светлыми полосами. Плоды сочные, с кисло-сладким вкусом и выраженным запахом, при созревании не склонны осыпаться, транспортабельность хорошая, могут длительно храниться. Отличается особо высокой устойчивостью к отрицательным температурам. К вредителям и болезням растения также устойчиво. Для высадки лучше использовать несколько притененный участок с установленной неподалеку шпалерой или иной опорой. Актинидии Каламикта Клара Цеткин — это лианы высотой от 300 до 404 см. Цветет растение в месяц май. Его плоды созревают в месяц август. Важно, что актинидия Каламикта Клара Цеткин самобесплодный, женский. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.